Чем отличаются сабля, рапира и шпага? Когда появился человек и существовали ли динозавры? Как собрать браслет желаний? Об этом и многом другом узнали ребята, приняв участие в проекте «Детский университет». Занятия проходили не только в университетской школе Елабужского института, но и на онлайн-площадке Microsoft Teams. По предварительным данным, уже мы видим, что к нам подключились и Набережные Челны ребята, и Нижнекамска, Мензелинска, Сармановского района, города Чистополя. То есть вот охват такой довольно-таки хороший будет. Часть занятий посвящена 216-летию Казанского университета и 122-летию Елабужского института. Ребята освоили и важные для каждого человека навыки. Я показывала игротеку «Дети мира», в состав которой входят модульные полифункциональные игры, например, такие как «Пойми меня», «Жестофон», «Пиктограф» и другие. И, соответственно, это игры не только для именно игровой деятельности, но и для развития и улучшения памяти, концентрации внимания. Следующие занятия детского университета запланированы на 20 декабря. Диана Жленкова, Денис Сипайлов, Универньюз.